Считай, у нас три саппорта. Здесь смотри, вот это кэрри, 581 золота в минуту. Это чел с харды, 527. А это мидер, 565. То есть у них на троих они свои позиции отыграли. И смотри счет какой у них. 13-10, 11-5, 13-5. Здесь смотри, 16-6, 10-7 и 6-8. У нас нету мидера. То есть у нас три саппорта. Два кэрри, считай, и три саппорта. У них, блядь, и кэрри, и два саппорта. Соответственно, ну типа, любой файт у них намного лучше проходит. Плюс они купили два диска. Почему у меня в команде нету диска? Вот почему у меня чел на клокверке не покупает, блядь, диск. Смотри его сваты. Пиздец, это вообще мало. Ничего, следующий тоже проебешь. Нет, следующий я выиграю. Обидно, блядь, обидно просто. Ну типа, я тащил, сука, блядь, нахуй! Уроды, блядь! Вот смотри, открываю просто его профиль, и я сразу говорю, что вот, смотри, открываю профиль, я сразу говорю, что это чел, у которого лучшие герои будут саппорты. Ну, типа, это 100% саппорт, просто здесь ему что-то пиздануло, блядь, в голову, и он решил взять мид. Ну, поиграть на Void Spirit. Открываю, смотри. Ладно. Бля, ну взять Урсу, просто обосрать вот этих вот челов. Урса круто заходит против Кончи, против обезьяны, против друида. Урса вообще разъеб, мне кажется. И много фармить не надо, то есть я сразу могу идти драться. Взять алхимик? Да нет, что-то у меня тильт, я стараюсь, я фармлю на этом алхимике, а все равно проеб. И смотри, против Войда, отлично, это просто лучший пик. Норм, завонял от тебя? Блин, сори, у меня это, как его... Сегодня проснулся, у меня какая-то херня, типа, как это, изжога, или как это называется. Короче, блядь, типа, рыгаю прям, пиздец. Надо поменьше, наверное, кока-колу пить. А то желудок охуеет. А когда ты новых героев научишься брать? Каких новых? Я на всех умею почти. 7 побед подряд, нормально. Бустеров кинула. Ты будешь обоссан. Ребят, поставьте лайк. Ну, смотрите, вот, блядь, просто вот, ну, как вот можно... Вот я очень сильно расстроился, честно скажу. Я вот после этой катки очень сильно расстроился. Посмотри на эту статистику просто, блядь. Пишут, что сваты хуйня купил. Да, блядь, при чем здесь сваты? Ну, всегда можно доебаться до чего-то, понимаешь? Но по факту я попытался объяснить, почему проебали. Просто потому, что нету мидера. То есть нету импакта. Визаж, он один на один как бы вносит импакт. Но когда там, блядь, идет 5 человек, визаж это бесполезный кусок говна. Потому что, блядь, он не может стоять и атаковать. Он сразу убегает. Что, в принципе, и делала вся моя команда. Тяжелая будет линия, я так понимаю. Что-то какое-то предчувствие, что тяжелая будет линия. Да иди нахуй, бабка, блядь, ебаная. Блядь, иди нахуй, сука! Блядь, не отводов, он просто стоит, блядь, ебучие эти... Накидывает, блядь. То есть по факту просто я как будто один играю, блядь. Ни одного отвода. Блядь, чел, отводик хотя бы один сделал бы. Стак, отвод. Все равно стоишь, хуйней занимаешься. Так хоть какая-то польза была бы. Очень тяжелая линия. Я думаю, что по игре, конечно, я буду друида разъебывать. Это не такой прям уж, ну, непобедимый персонаж. Но вот сейчас сложно стоять. Отводы, чтобы тебя отпиздили за вышкой. Ну, вообще-то меня пока никто не отпиздит за вышкой. Пока третий уровень. А вот сейчас, когда будет четвертый, пятый, они меня отпиздят за вышкой. А вот сейчас нужно... Что, сука, блядь. А вот сейчас они могут отпиздить. Боже, блядь, я не могу на это смотреть, нахуй. Сука, блядь, я не могу на это смотреть, нахуй. Я хочу ливнуть, блядь. Ну, бля, это просто он руинит, нахуй. Он просто руинит. И у этого чела, блядь, сколько там, 3 или 4 победы подряд, блядь. Просто, нахуй, как у этого чела, блядь, 4 победы подряд. Если он вообще играть в доту не умеет, нахуй. Потому что Техас, блядь, это не саппорт. Техас это не саппорт. Четвертая минута, первый отвод, блядь, без стака. Просто, блядь, отвел. Клоун, нахуй. Вот 100%, блядь, со стрима сидит, блядь. Ну, потому что Техас это не саппорт, блядь. Это не саппорт. Понимаете? Это не саппорт. Все, я буду АФК бить крипов в лесу. Только стоять, расстраиваться с ним на линии. Иди, блядь. Сейчас пару раз нафидишь, блядь, и твое настроение изменится сразу. Давай, 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 блядь. Заебись, постоял на линии. Так, здесь планы меняются. Конечно, первый предмет у нас будет маска. Просто я не понимаю, как у этого клоуна, нахуй, сколько там побед подряд.
Ну, типа, он вообще ж, блядь, хуйню делает какую-то. Он постоянно, блядь, Техаса берет, типа, в саппорты. О, блядь, клоун пришел. Давай, давай, кнопки нажми свои, мы его въебываем. Давай. Ну. О, боже. О, боже, блядь. Блядь, нахуй! Ну как ты, сука, стоишь, блядь? Блять, сука, я бы сейчас ливнул нахуй. Вот был бы вне стрима, я бы сейчас ливнул. Просто, блядь, ливнул нахуй. Но я не хочу с ним играть, нахуй. Я не хочу с ним играть, блядь. Все, меня не трогать. У меня фарм, блядь, до 30 минут, я вообще не выйду. Что такое, блядь, что такое? Ой, ой. Кого-то, блядь, прогнали с линии. А ты что там думал, блядь, всю игру будешь стоять или что, блядь? Не, все, я теперь в этой игре, я... Сразу предупреждаю, я не буду бегать вместе с Техасом. Я буду его обходить стороной. То есть, если он бежит, блядь, наверх, я бегу вниз. Я с ним не буду играть. Это, блядь, клоун, нахуй. Берет, блядь, в саппорты, блядь, берет Техаса. Стоит как дурак, блядь, ничего не делает. Просто, блядь, иди нахуй. Просто иди нахуй, блядь. Техас восьмой, так я его оставил на линии, я ушел, блядь. Причем здесь уровень... Я его оставил на линии и ушел, блядь, потому что, ну, это не саппорт. То, что он делает, это, типа, не саппорт. Вы видите его сваты? Смысл стоять, если я знаю, что, типа, это какой-то, блядь, дурачок со стрима. Стопроцентный дурачок со стрима, блядь. Я таких клоунов уже выучил. А чё он не закупается? Ладно, купил предметы. Ой, блядь, он, смотри, еще линзу покупает, блядь, поверх этого, тапка. Тапка. То есть, блядь, сначала надо, нахуй, брать тапок. Потом покупаешь кольцо, блядь, рецепт, разбираешь тапок, у тебя линза. Ой, блядь, клоун, короче, все понятно. Я вот думаю, можешь вообще Battle Fury купить в этой игре. Battle Fury, фармить лес. Я просто не понимаю, как у этого клоуна, типа, стрик на победы, блядь. Как у него стрик на победы, если он, блядь, должен каждую проебывать. Не, ну вот так вот, если вот просто вот вы зашли бы первый раз, не знали, кто вообще здесь играет. Вот сколько вы бы оценили, типа, насколько игру? Ну, типа, вот... Как это называется? Макро-игру. Насколько оценили бы? Чисто ваше интересное мнение. Так, надо эти Рошаны, что ли, забрать? Помощь. Выжил. Бля, если здесь я сейчас отхилюсь, то можно Рошана забрать. Кто нахуй? Изи. Не, головач играет на урсе очень жестко. Бля, нету хп, я бы забрал Рошана. 26 секунд, нет обезьяны. Но я не смогу забрать его без, ну, без ультимейта, без хп не смогу забрать. Надо отхиливаться быстрее. Так, и следующий предмет у меня будет, конечно, даггер. Ну, типа, урса без даггера это бесполезный персонаж. Пиздец ей, все, сдохнет сейчас, смотри. На 19-й забираю первую Рошана, это очень плохо. Обычно на 14-13 я убью. Блядь! Он меня спиздил этого Рошана. Ну вы не помогли, блядь, он спиздил Рошана. Он за мной бежит. Помощь будет? Иди нахуй. Конча полетела, блядь! Бля, не успел пернуть. Не успел пернуть, из-за этого мы проебали файт. Какой ты лох, блядь. Иди нахуй. Тебя сюда посадить, блядь. Ты бы уже заплакал в амулете стоял. Я до сих пор играю, блядь. Сам ты лох, блядь. Давай, 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 давай. Давай, блядь, догоняй нахуй. Медведь сдох. Пока. Он сдох, его нету. Есть. Давай, давай, это тоже догоняй. 8 секунд. Блядь.
Давайте посчитаем. На 19 я забирал первого Рошана. Второй упадет на 29. На 39 третий. Есть ли смысл покупать Аганим? Блять. Отходи. Беги. Он купол у меня отдал. Не попал, прикинь, бля. Будем наказывать. А есть ему ёбнуть? Он мом прожал. Ладно, похуй. Подсевить! Блять, хуйня получилась. Там сейчас еще купол будет. Что-то фит какой-то пошел. А как так получилось, что нас всех забрали? Покупай башер. Можно взять башер, так, 25-е. Через 4 минуты где-то появится Рошан, правильно? Ну ладно, давайте башер. Или БКБ, думаю. А БКБ против кого покупать? Там все с руки наваливают. То есть здесь либо какая-нибудь бабочка, сатаник, кираса, блять, скайди. Вот такие предметы нужны, правильно? Чтобы я выживал. Башер. Ну короче, ладно, башер здесь нужен, берем. Кирасу. Бля, ну без смеха, но кираса здесь норм будет. Только просто я думаю, что ее кто-то другой возьмет. Бабка, может, соберет кирасу. Типа, кирасу-то не обязательно мне покупать. Башер слабый, статов... Чего? Да нахуй мне есть статы, блядь. Мне нужно прыгнул кого-то и за две царапки убил, понимаешь? Типа, чем хороша урса, ты прыгнул любого, две царапки убил, потом прижимаешь кнопки, чтобы оттуда съебаться. Съебался, потом все это повторяешь. Типа, это урса. Блять, я не успел! Сдохни, блять. Выходите, выходите из арены. Отлично, отлично, отлично! Вообще, я пошел бы лучше Рошана забирать. Пусть они здесь бьют. Я пошел Рошана долбить. Так, 1800. Что мне надо купить? Ну, шарт мне сейчас упадет. Ну, не знаю, Аганим, наверное, придется все равно покупать самому. Потому что пока я его, блядь, выбью с Рошана, это 39-е будет. Это пиздец, как долго. Это очень долго. Какой у него рост? Чел пишет 139 сантиметров. 173 у меня. 173, вес 75, удар тонна. Запиши где-нибудь лучше, а то забудешь. Лучше запиши. Сейчас будет попроще играть, появился у меня шарт. Давай, пушим. Пушим, я иду. Кончу можно вылетать сразу.
Нихуя я там еще, блядь, сыграл на этих, как его, блядь, на тарелках, блядь. Бам-бам-бам, блядь. Так, в трон, что ли, идем? В трон? Или отходим? Трон или отходим, не понимаю. Ладно, специально для вас, ребят, специально для вас. Красиво? We'll be right back.